В 2012 году застройщик Антипин обратился в Анапский городской суд о признании права собственности на незавершенное строительство. Суд вынес решение в пользу застройщика. Администрация же в иске о сносе этого самостроя была отказана. Дом продолжал расти. Причем изначально заявленный 10-этажным, менее чем за год дом вырос еще на 2 этажа. После юридических тяжб в ноябре 2012 года по делу было вынесено новое судебное решение. Суд обязал застройщика снести самострой за свой счет. Решение Краснодарского краевого суда признать за Антипиным право собственности на самострой. В настоящее время администрацией муниципального образования подана кассационная жалоба, чтобы отменить признание права собственности на многоквартирный дом, на квартиры и помещения, которые в нем расположены. Материалы дела находятся на рассмотрении Президиума Краснодарского краевого суда. Специалисты управления муниципального контроля напоминают, перед покупкой жилья проверьте данные о доме и застройщике на официальном сайте города-курорта.